играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре советский легкий танк 6 уровня Т-52. Вот, прем-танчик, имбоватый. Сегодня у нас полноценный обзор, гайд по этой машине. Вот, и предлагаю начать уже с бронирования. Все-таки глянем, а есть ли там броня, а вдруг есть. Погнали. Так, вот он наш Т-52. Смотрим, НЛД-41, ВЛД-42, люк мехвода 38. Надгусеничные полки 80 до 83. А под башней полоска 52, сама башня 52. Вот, есть скосы 156, рикошет. Это вот эти вот. Лучше ему в эти места, конечно же, настрелять. Маска 52, 60, люк 60, 63. 37 бронирования у нас борта, фальш борта 39. То есть брони в этом танке нету. Ну, главное вот сюда не стрелять. Так. Давайте поглядим его орудие. Что у нас за пушка? Пушка у нас 57 мм ЗИС-4Т, 85 альфа, 118 пробитие на основном снаряде, 165 на голде. Заряжается на стойке 3 секунды. Время сведения 1,8 секунды, 0,38 конечная точность. Да, ДПМ 1700. Вот, пушка хорошая, скорострельная, можно на этом танке реально настреливать. Не только светить, на этом танке реально много настреливать, и этим надо пользоваться. Вот, по оборудованию стандартный комплект. Я единственное здесь вместо турбины, у нее и так хорошая подвижность, поставил вентилятор, чтобы прокачать еще сильнее такие навыки, как незаметность и обзору чуть-чуть увеличить. Итого, это ставим просветленку, малошумку, вентиль. Вот, можно вставить сюда турбач вместо вентиля. Будет вообще огонь по скорости. Значит, по снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, да. Скорость полета 1000 метров в секунду, очень комфортно летит быстро снаряд. 1238 скорость полета на голде, у нас подкол. Шикарно, просто шикарные снаряды, шикарная скорость, отстреливать подвижные цели просто на раз. Полевая модернизация еще хотел глянуть вместе с вами. Вот, к мощности двигателя у нас мощность и так хорошая, по-моему, да, 34 лошади. Поэтому я бы здесь максималку взял, а настройка клапанов бы поставил, вот это. Дальше, да, 67 уже, хорошо. Размер круга сведения от времени заряжания, заряжается и так быстро. А что у нас со сведением? Тоже все хорошо, со сведением 1,58. Я бы тут, наверное, вообще ничего не ставил. В пятом блоке, так, максимальной скорости назад, не очень актуально. А к защите экипажа от ранений. А сколько назад он у нас фигарит? 23, так будет 20. Здесь я бы, наверное, тоже ничего не менял. То есть этому танку я поставил бы только настройку клапанов. Все остальная полевая модернизация для этой машины, ну, полное говно. Ну, реально. Так что как-то так. По экипажу. У нас 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевой брас. Дальше качать, как показано в таблице. Вот. По тактико-техническим характеристикам УВН у нас минус 7. Это, конечно, мало. Это минимально комфортный УВН для пушек в нашей любимой игре, да. Но маловато. Маловато. 0,33 разброс у меня стал. 1,58 время сведения. Заряжается 2,65, 2,5 секунды. Офигеть! По ХП 650, как для ЛТ, это среднее значение 6 уровня. По мобильности мы уже смотрели 65. Вперед, 23 назад, 34 лошади на тонну, удельная мощность, незаметность у нас 32%, у нас стоит малошумка, а вот перк незаметности не у всех вкачан, можно развить где-то, наверное, до 35%. Вот, обзор у нас невероятный, 4,70, как для 6 левела, это очень круто, очень круто. По плюсам минусам танк. Танк, в принципе, небольшой, но высокий. Высокий, к сожалению, высоковат он, мог бы быть поменьше. Это, ну, скорее, наверное, все-таки минус этой машины, потому что попадать в него
проще будет, нежели в какие-то другие ЛТ, которые приземистые. Подвижность отличная, плюс. Незаметность, в принципе, отличная, это плюс. По орудию 100% плюс, за исключением УВН. То есть на рельефных картах сложновато, но в попушке в целом плюс. Вот. По броне, ну понятно, ЛТ-ха, тут полный минус жирный, нет тут брони, к сожалению, но это ЛТ. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, что это за тачка в реальном бою. Погнали. Так, попали на Руинберг, попали в одноуровневый бой, 6-й левел. Вот, у нас Т-52. Вот, Т-52. Прем-танчик 6-го уровня, ЛТ-шка советская. Сейчас мы ее будем, так сказать, пробовать. Поедем в точку, думаю, ЕФ-6, и будем там запотевать. Силу надо свою показать, типа, надо показать, кто здесь хозяин-то, ё! Да идиот какой, а? Бородач. Я в шоке. Придурок, а? Начальника пришел. Я пописал. Ямба, я вас всех порешаю сейчас. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, выполняю приказ. Слушай, тебе отдохнуть пару дней надо. Крути динамо, понял? Да, че, козлина, не можешь встать, да? Ну да. Нормально, он так вот подъехал. Короче, раскусил эту тему. Он мне водяры не даст. Вы кто такие по жизни? Ну теперь не я вас буду бить. Теперь вас ток будет бить, понятно? Бьет так, человек на 5 метров отлетает. Три рожка зарядит. Ря-та-та! Отличненько. Ну теперь не я вас буду бить. Теперь вас ток будет бить. Парнем понятно? Пока, понятно пока вам? Или нет? Заработал 2000 рублей. Сюда идите, Вася. Лазаром она фильтруй. Оп, 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 оп. Нормалды. Поехали дальше, свети. Нормал, ты. Я не растерялся, я же охранник. Ты. Это тебе сюрприз. Он мне водяры не даст. И Армену в носяру херачь! Опять я все придумал за вас! Ребята, ЛТшка настрелял 2.77 насветил. Какой-то неправильный бой. Тут Александр Родионович Бородач. Чайника! Привет! Что ты делаешь? Крути динамо, понял? Короче, раскусил эту тему.
Соцентили от землю! На! Все. Ну, чтобы она мне перестала 1800 на стрела, на света дофига. Едем дальше. Белковых. О-о-о-о-о. Это Виталий Сергеевич, старший по смене. Приветствую тебя, брат, категорически. Так, светим дальше. О, врезаться нам нельзя. Ямба, я вас всех порешаю, я же охранник. Пока. Вот сегодня так вот. 1000 насветили. 2000 настреляли. Топ по урону. Суммы 3000. Господа, Т-52. Знакомимся с Танчиком. Нормально. Отыграли на ЛТшке. Да, жуть. Просто жуть. Первое место по урону, 3 фрага. Еще и подсветили, да. Вот такой вот это смешной танчик, да. Пишите свои комментарии, если у вас такой вангард, на каком оборудовании вы гоняете. А как по мне, отличная тачка на 5 баллов. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.